Лето в разгаре. Для того, чтобы каникулы для славянских ребят проходили весело и интересно, проводятся всевозможные культурные и спортивно-массовые мероприятия. В школах работают лагеря дневного пребывания. В учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования открыты досуговые площадки. Одна из таких досуговых площадок будет работать при городском доме культуры в течение всего лета. «Солнечная страна» приглашает всех юных жителей нашего города к себе в гости 6 дней в неделю. Для ребят готовится разнообразная творческая программа. С 9 до 11 час развлечений, игр и конкурсов. С 11 до 12 спортивные мероприятия. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Здоровья, порядки, спасибо, зарядки! Летняя площадка открыта для посещения всех желающих. С ребятами занимаются подготовленные специалисты. К нам приходят школы, к нам приходят все желающие ребята. Мы рады всех встретить. У нас выдается инвентарь, у нас богатый инвентарь, поэтому каждый ребенок может найти для себя интересное ему развлечение. А на каждый день у нас прорабатывается сценарий на оба типа площадки. И этот сценарий мы прорабатываем с детьми, которые приходят к нам, если с разных школ. Если собирается большое количество людей, это становится интереснее, и детям самим больше нравится, конечно. Когда мало ребят, сценарий провести уже сложнее, ну, мы стараемся занять тогда уже другими путями. Но вообще обычно деткам нравится к нам приходить, потому что они воспитательные беседы проходят у нас. У нас не просто развлекательная площадка, мы проводим педагогическую такую. На педагогической основе у нас все. Поэтому деткам нравится. В день, когда мы снимали сюжет, на площадку пришли ребята, которые проводят свои каникулы в лагере дневного пребывания при 17-й школе. Несмотря на то, что лето, можно сказать, только началось, они уже успели побывать и в кино, и в походах, и в поездках. Мне очень нравится площадка, потому что это время не работать, а отдыхать. Мне нравится общаться со своими друзьями, одноклассниками. Мы ходим в всякие походы на разные площадки, к примеру, в кино. Мы ходим, посещаем экскурсии в музеи, ездим на экскурсии в другие города. Мне очень нравится площадка. После площадки я собираюсь поехать на море и также веселиться. Конечно, когда находишь на площадку, очень интересно, все веселые, позитив. Но и после площадки не надо унывать, тоже можно веселиться, лето, свобода, школы нет. На летней площадке при Доме культуры всем ребятам нашлось занятие по душе. Кто-то играл в футбол, кто-то рисовал, собирал кубик Рубик или сражался в настольные игры. В общем, скучать им было некогда. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».